Размеры прислали родители? Да. Прислали, ну все, значит, ждем. Это, наверное, не для соревнований, это, наверное, вообще майки, чтобы однообразие было в форме одежды. Ну или там выездные, или какие-то показательные, либо как-то... Ну, я вот типа спрашивал про то, что они к 28-му идут? Я надеюсь, что будут 28-му. А то сейчас. Какой дизайн? Как? Ну как они выглядят? Да как у Сергея Сергеевича, видели, как у Димана, как вот у парней, только черные, вот такие простые. Футболки, не майки, а футболки. А там есть надпись сейчас какая-то есть? Вот надпись это буду делать, это логотип и все это. А фамилия сзади? Фамилия сзади. А фамилия вам нужна? Вдруг из этой майки вырастут и потом менять. Мне кажется, если фамилия вам нужна будет, вы можете сами ее прилепить. Ну и там есть такие-то. Можно заказать переводилку. Да как она там называется? Теплом ее так шик-шик, утюгом или чем-то поделал, и все. И все, парни, бодро разминаемся. Глеба Изюмова, знаете? Как? Глеба Изюмова. Да так-то я многих знаю, ребят, но вот знаешь, по фамилиям... У нас здесь приходило 400 человек. То есть, представьте, 400 человек приходило подряд, всех невозможно запомнить. А вот посмотреть на лицо, ну, может быть, это... Парни, бодро разминаемся, пожалуйста. Или сейчас будем мои команды исполнять разминочно, а это тяжелее. Это тяжелее. Дим, Руслан, парней возьмите в помощь, вернее не в помощь, а помогите им, подскажите. Разминайте. Задача: шея, плечи, локти, спина, суставы, таз, колени, ступни. Все, разминаем, прокручиваем, раскручиваем, все, конечно. Все, что можно раскрутить, раскручиваем, протягиваем. Все складочки, молодец, да, свечечки, делаем все полностью. Чем вы активнее и быстрее разомнетесь, тем лучше. А чё же вам этот ваш дружище не сказал, что сегодня тренировка с 18.00? Он сказал. А вы чё к 17 подошли, зачем тогда? Да нет, мы вообще раньше еще подошли. А зачем, если он вам сказал, что к 6 заметили? А это он потом нам сказал. Я понял. То есть делать было нечего, решили прийти. Ну это бывает так. Ладно, хорошо, у нас два пары, да, по парам разбились, вижу, вам тяжело, и чувствую, вам надо помочь. По парам разбились. Давайте. Для размяк, интересно, сейчас пропущу. По парам разбились, кто у нас по габаритам? Ну да, Руслик, Диман, Артем, Иван, вы вдвоем по парам. Привет. Так, смотрите, сейчас задача, легли на пол, ножки лицом к друг другу, Ножки зацепили друг за друга, вот так вот в перекрестии, вот так вот зацепили ножки друг за друга. Сергей Геннадьевич, да. Можно сегодня поменьше упражнений, чтобы уставать? Да. Ножки перекрутили, сейчас подъем корпуса будет. Подъем корпуса, вы поднимаете вдвоем корпус, ненавязчиво поднимаете, хлопаете ладонями друг друга и ложитесь опять на пол. Не плюхаться. 50 раз, поехали. Да, прям отталкиваете друг друга, надо как можно больше отталкивать друг друга. Да. Диман, ты Руслана, смотри, аккуратно. Ты Руслика не затолкай, да. Чуть-чуть ножки попрямее, ножки сделайте, пожалуйста. И прям друг друга толкайте, конечно, да. Здесь будет интересно, кто быстрее поднимется и кто быстрее сильнее друг друга оттолкнет. Но, пожалуйста, не хулиганьте. Спокойненько, 50 раз надо сегодня сделать. Всего лишь полтишок. Давай. Дышим. Сделали? Теперь у вас смена. Хватаетесь руками. Беретесь, кто 50 раз сделал. Беретесь руками. Одновременно поднимаете ноги и касаетесь ногами друг друга носочками. Одновременно поднимаете. Да. Вы можете так, можете по-другому. Ты тоже можешь ножки. Смотри, вот он тебя цепляет. Да? А ты можешь его. Нет, зачем? А ты можешь его вот так вот зацепить. Можете ноги сверху кто-то положит, так вот зацепит.
То есть разные варианты пробуйте. Например, если вдруг так неудобно, стой, секундочку, если так неудобно, ты можешь вот так, ноги, тебе надо их сделать наружу, а тебе вовнутрь. Да. То есть можно такой вариант сделать, только аккуратнее, доделывайте 50 раз вам надо доделать, а потом делайте, как ребята делают, одновременно ножками касаетесь, да. Разминка обязательно нужна. Очень обязательно. Дышим, кряхтим, пыхтим. Сделаем все четко, красиво. И грамотно. А ты чего ж с мамой не пошел на день рождения? Она к кому-то на них пошла от друзьям своих. Я не знаю. Они проскали у меня. Я понял. А то мамка. Ну нет, в принципе, мамкин день рождения, ты на тренировку. Хорошая тоже тема. Да. Теперь хватайтесь ручками, ножками, не бьем друг друга. А аккуратненько коснулись, ноги на пол. Спидра. Ни обо что не ударить. Сколько надо сделать? 50 раз. 9. Сделали? Да. Молодцы. Теперь. Нет, еще не все. Кто сделал? Пара. Встаете, спина к спине. И поехали, рюкзачок. Ну, прокачиваем. Один одного взял. Протянул. Да. Протянул, прям растянул, потом другую другого. Рюкзачок или сумку. Да, прям протяни. Ты, Артема, надо, его надо больше, чтобы, да, больше закинуть. Иван, голову расслабь, да. Прям прокрути, Артем, его, прокрути своей спиной, помотыляй его. Артем, посмотри на меня, пожалуйста. Посмотри, Артем, посмотри. Вот так его помотыляй. Да. Потом он тебя также. Надо протянуться. Надо кто сверху, чтобы был. Чтобы он прям реально в мостик. Ну смотрите, секунду сейчас. Артем, Иван, погоди секунду. Смотрите, Артем. Смотрите, как делать. Еще раз. Вот он руки подготовил, вот так. Вот я его зацепил. Вот смотри сейчас. Его взял. Спокойно, расслабляйся. Вот сейчас я руки его беру. Вот так надо протянуть. Чуешь, да? Обязательно. Вот прям надо, чтобы сейчас спокойненько. Вот он тут надо протянуться. И потом также, ну, друг друга. То есть прям реально надо протянуть. Да, мышцы растягиваются, конечно. Тянем по очереди друг друга. Дима, Рустик тоже, поехали. 50 раз сделали? Молодцы. Теперь вы делаете вот это упражнение. Сумочку. Ну, рюкзачок такую, наплечную сумку. Протягиваем. По очереди. Аккуратненько делаем. Аккуратно делаем. Аккуратненько. Спокойненько. Один чуть-чуть, несколько секунд. Другой несколько секунд. Да. Спокойненько. Тоже голову расслабляй, да. Спокойненько. Тихо, не ронять. Потом еще раз. Только вы отойдите так, чтобы вы на покрышку не это. Знаешь как? Погоди, стоп. Все. Тебе надо тазом под его спину подсесть. Вот, да. Тихо. Расслабьте голову, расслабьте, не бойся, да. Спокойно. Дим, Руслан, делайте. Ну вы делаете, Диман. Ты это хорош, братан, так. Ты мне вчера прям это очень плохой пример показал. И твои сейчас мы делаем, это ты не делаешь. Ты пока я видел, сейчас булки мнешь, ходишь. Я 5 секунд отдохну. Да, я понимаю, а чего ты отдохнул? Целых 5 секунд отдохнул. Ты голову расслабь, Диман, голову расслабь. Стоп. Руслан, ты его уравновесь, а ты не дергайся. Ты своим дерганием, ты его с панталыки сбиваешь. Потом я 6 корной нормально. Да, ты куда-то упадешь, здесь полметра падает. Ты ладно, что? Страхую тебя, давай, делай. Конечно. Ты боишься, что ли, Димарик? Конечно, боюсь. Хорош, ты чё? Как ты упадёшь? Ты чё? Ты при всём же... Не, упасть-то можно. Расслабься. Руслан, а ты его спокойно. Да, расслабься, конечно. Всё, парни сделали. Да.
Молодцы, теперь размялись, теперь смотрите. Теперь сейчас сделайте, пожалуйста, 10 раз, надо дотукать, 10 раз ножницы правая вниз, левая вверх, и 10 раз в другую сторону, да. 10 раз делайте, активно, бодро, прям разминайте. Да, правая вниз, левая вверх, потом наоборот. Активно разминаете, потом переходим к упражнению, к силовой части лесенка. Лесенку будете слушать команды, ну, постарше ребят, Дима, Артем и Иван. Будете слушать. Ну, в принципе, да, каждый из вас троих просто берет к себе одного, контролирует процесс лесенки. Я беру Руслана. И делаете, давайте. Ты Русь, только, Дим, ты себе кого возьмешь? Ну, кого? Ну, да. Диман, что с тобой случилось? Ты устал? Он злой какой-то. Ты злой? Ты за Никиту переживаешь, что ли? Зачем я начал дурачить? За Дуделку его переживает. За Дуделку? Тимур, пошли со мной. Тимур, пойдем со мной. Ну, Иван, бери другого. Познакомься тоже, спроси, как звать. Он Ланчгейнер умеет. Здесь до Ланчгейнера ты еще дожить тебе надо, до Ланчгейнера. Смотрите, выставляйте, соответственно, Дим, соответственно, их росту, габаритам выставляйте лесенка. Давайте сами. С десяточки. Пожалуйста, парни. Кто старше, помогайте им сделать уверенно 10 раз, ладно? Потом сами 10 раз делайте. Все надо 10 раз делать. Дим, Иван, Артем, расскажите им, да, расскажите им. Сначала, Димарик. Пальчики давай от себя сначала. Пальчики от себя первые, да, делаем? Семь, девять сразу. Давай. Руслан, дерзай, Руслан. 10 раз надо подтянуться. Артем тебе поможет. Артем поможет. Давай, 10 раз. Только не соскакивай. 10 раз надо сделать. Руслан, терпи. Артем тебе поможет. Тяни, братан. Ручки сбросил, сразу запрыгнул. Иван, помнишь, да, перерыв 15-20 секунд. Больше не делай между подходами. Хват другой 9 раз делать. Иван, он сам справляется? Сам делает? Тихо. Лицом к Ване. А ты встань на белый мат повыше, встань. И запрыгни сейчас. Конечно. Тяни, ровненько делай. Вань, сейчас сам доделай, потом ему поможешь, как Артем Руслану помогал. Я знаете, вчера подумал, вспомнил вашу историю. Мне кажется, этот дядька был от ихнего клуба. Кто дядька? Ну, который выиграл Артема и тебя. Нет. По подтягиваниям. Левый. Нет, там ему просто повезло. Не, ну повезло. Сколько ему в 50 лет подтянуться два раза? Нет, по 30 сейчас, раз? Лет 30. От 25 и до 35. Да, я подумал, вы описываете, что там как дядь, как дед старый какой-то ему показалось. Он молодой мужик. Он просто подтягивание выиграл. Он просто шел мимо и все? Ну да. Ты просто такой, давайте, я тоже подтянусь. А я думал, он какой-нибудь это... Мы тоже шли мимо. Иван, помоги ему, помоги да подтянуться четко, красиво, помоги. Он еще 9 раз не подтянулся. Дим, помогай, не стесняйся, прям под пояс, да, помогай. Еще одно, давай. 10, 9, 8, 7 лесенка, да, понимаете принцип какой? С 10 до 1. Чем быстрее и красивее сделаете, тем быстрее начнем элементы делать. Дышим, вздох-выдох, дышим, качаем, прям дышим. Разные хваты. Носом вдох, ртом выдох. Так-то лучше, конечно, только носом дышать, но не факт, что вы козявки свои сможете продохнуть. Давай. И тяни. Давай. 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 Давай.
Парни, в темпе. Отдых между подходами 15-20 секунд. Покажите им, как ручки надо стряхивать. Сами вспомните, конечно. Ручки стряхнуть, веретенышко, да, прокрутить. Протянуть об стол можно. Это и разогрев идет, и идет некая силовая часть, чтобы вы себя бодро чувствовали. А потом элементы или... Потом элементы. Сейчас мы посмотрим, как вы с лесенкой справитесь. Все, давай, спидрайн. Давай, Семёрик. Все, не только быстро, но и четко надо делать. Иван, если чувствуешь, ты сам доделываешь, на него посмотри, сам доделай, ему помоги, пожалуйста. Я так и делаю. Молодец. Дим, как у вас там успехи? Ты не злишься, Димарик, больше? Сколько? Три взял? Нет. А меньше тоже не злишься? Не злись, пожалуйста. Этого бородатого... Кто он там, бородатый бородач, поймаете потом его, не переживайте. Это хорошо, что у Никиты все отобрали. Да? Ну и слава богу. Сосулька, она не принесет никакой радости, она только вред. Просто это что, я к чему спросил? Вы бы Никите бы сказали бы, Никитос, у вас-то у кого-то осталось в этом... Одно занятие, да, в вашем билетике с Диманом? Вы Никите или как-то скажите, или как это, либо кому-то вам надо будет его подарить, либо между собой разыграете вот в трояка. Но Никиту бы хорошо, но надо хоть какое-то действие бы сделал, хоть бы что-то он бы сделал. А то сейчас занятие, ну нет, мы не дадим возможность, чтобы оно прогорело, просто надо сегодня сделать так, чтобы это одно занятие как-нибудь... Ну, наверное, соревнование 28-го он такой. Он будет? Мы не знаем еще. Он то да, то нет, вот так вот перескакивает. А у него, может, что, подруга, там друзья какие-то появились, да, странные. Нет, у него подруги. Да, но кто-то, может быть, его напрягает, почему у него вдруг так поменялось отношение? Нет, бороды, хрен с бородой напряг. Может, он ведь свою борода ему в кошмарах снится. Может, он боится на улицу выходить. Вы хоть Никиту защиту устройте. Руслик, как самочувствие? Меньше отдыха, больше делай, Руслан. Давай, братан, делай. Вот Димарик красавчик. Дмитрий Сергеевич, сколько у вас там? Мы сейчас 0,5. Пятачок, да? Хорошо. Да. Разным хватом пробуй, ладно? Да, еще. 3, 4. Руслан, ты на соревнования поедешь? Едем же. Ну хотя просто посмотреть, братву поддержать, поедем. Батя-то хочет, чтобы ты съездил, правильно? Матушка поедет смотреть? Не знаю. Переживать там за тебя, там, Руслан, тара-тара-тара-там. А вот это подтягивание считается? Да, только голеностопом прям туда закидывай. Разные придумывайте, конечно, подтягивания. Он так сможет? Я не спрашиваю. Это подготовительное тоже упражнение будет интересное. Просто попробуй, ножки подними, коленочки себе и тяни. Ну тяжеловато это ему. Давай, папа, сколько у вас осталось? Мы 5 сейчас делаем. Пятачок. Давай в уголке пятачок. Либо коленки просто хотя бы к себе прижаты. Коленочки к себе прижаты, да. Сможешь 5? Пробуй. Коленочки к себе прижми. Задача именно... Иван... Ты его подступни сейчас, пусть он коленочки прижимает, а ты его подступни. Задача, прижатые коленки к животу прижми, да, подступни его. Ступни помнишь, где они находятся? Терпеть надо, да. Это чтобы живот укреплялся и спина. Что у нас еще есть? Какие? Каждому из плеч, да? Да. Можно тоже коленочки поднять в этом подтягивании. Дим, так скажи, что ты злился-то, Димарик? Вчера ты какой-то потерянный пришел. Вас перегрузили в дружбе, что ли, вас заставили что-то делать? Нам обещали вообще, то, что нам хотя бы грамоты дадут. Не парься, нам вообще. Нам не дадут, мне Кристина Андреевна писала. Не парься, парни, не парьтесь. Все, что надо, вам все будет. Можно воду попить? Ты все сделал? Да. 10 раз? Да.
Лесенку. А и твой свой напарник? После лесенки Тимур, можно элементы? Тимур тоже 10 раз сделал? Да, я его там под плечи. Вот так вот. Ну давай, последний разок сделай за спину. Ты и он за спину. Тимур, с фиксацией двухсекундной. Фиксация двухсекундная. Удивительно, Диман быстрее всех сделал. Вот что интересно. Диман сделал быстрее всех. Давай, Димарик, фиксация секунду надо сделать. Как... А сам не делал ты, Дим? Ты сам подтягивался? Тоже подтягивался, честно? Все, попить, умыться в туалет. Кто сделал, попить, умыться. Тимура в курс дела вводи. Про попить, про умыться, про в туалет. Тимурик. Ты все сделал? У тебя водичка есть попить? Нет. Нету? Ты туалет знаешь, где находится? Если хочешь в туалет, пить там нельзя. Но можно сходить в туалет, умыться, высморкаться. Обычный просто заделать. Если что, попроси, сегодня тебе Дима помогает. А Димарик что, он квасок, да, пьет? Красавчик. Нет, это вода. Водичку. Если что, спрашивай у ребят взрослых, они тебе покажут, где там туалет сходить или еще. В туалете внизу не пейте. Если хотите, прям очень хотите попить, ребят... Пейте маленькими глоточками, не больше 3. Попросите, они с вами поделятся. Ребята хорошие, честные, делиться научились. Маленькими глоточками. Проверяем маты, стелим матрасы, поролон, все стелим четко. Парней сразу рассказываем, показываем, что вы делаете. Им под маленький, им под средний давай. Пока под средний. Даже с учетом того, что они умеют, вы будете на высоком, соответственно, они будут на средне. Вы тоже где захотите. Парни, проверка сразу. Руслан, проверка. Матрасы, поролоны. Матрасы, ребят, тоже учи, парни, смотрите, надо проверять, чтобы не было дырок между матрасами и поролоном. Проверяйте, смотрите, сейчас помогайте им, приносите 4 квадратика. Вот видите квадратик справа от вас? Вот, Руслан, показывай, какие квадратики, давай, выдавай им. И прям квадратики берете и несете к ребятам. Под высокий и под средний. Под высокий и под средний. Вот сейчас вас парни курсанут, что надо делать. Среднего же нам все лично. Вы на дискотеку в воскресенье поедете, что ли, пойдете? На площади. Дискотека. С 8 до 10. Ну там салют будет в 10 часов. День города. Какого? Не знаю, можно. Вот в это воскресенье. День города. У нас получается города Покровска 275 лет. Воскресенье-то. Так соревнования-то с утра. До скольки они соревнования? До 6. А, тогда вообще, да, можно пойти. Вы успеваете, да. Мы вообще еще на 9 мая на салют. Лишь бы силы были. Лишь бы силы остались. Но я не думаю, что нам надо до 6 часов вечера там в Саратове будет все находиться. Посмотрим, как все происходит. Сейчас, секунду. Сначала все проверяем. Вы у них посмотрите, что они там настелили. Они нормально. Там Дима стелил. У них куча матов. Так, Иван, Дима и Артем, пожалуйста. Сейчас себе богатырей разберите по одному. Проверьте их на базовые элементы, на самые простые. Подъем ног. Не-не-не, Вань, не, никакие не трехи. Подъем переворотом. Выход на одну, выход на три, выход силой. Топорик. Вот проверьте простые, базовые. Разошлись к своим соратникам. Кто вам помогал? Разошлись к ним. Артем, у тебя Русланчик. Русланчик топорик освоил. Обязательно, Вань, страхуй, обязательно страхуй. 100%, конечно, 100% под страховку. Руки замыкает он, видишь? Ясно. Первое, смотри, Иван, для него сейчас это подъем ног, подъем переворотом и хотя бы просто вис на подколеночках. Что такое у тебя с глазом? Что случилось? Нормалек, точно? Иди умойся. Платочки есть с собой? Ты пыль попала в глаз или что? Умойся, пожалуйста. Только, босиком не бегай и там, ну, не сморкайся на пол. Ладно, аккуратненько, как дома. Молодец. Туалет помнишь где? Диман, можно магнезию? Диман, я возьму магнезию? Иван,
помнишь, да? И Айвану, Артему и Диме. Разогревочные 8 из 8. Разогревочные, простые. Подъем переворотом, топорик. Выход на 3. Выход на 1. Удержание вис вниз головой. Давай попробуем с ним. Вот рядом на маленьком турничке можешь сделать, если там занят. Как он, перышки, ой, оставить не перышки, как он там, иголочки вот такие вот какие-нибудь, вис. Ты ничего не делай, просто вис. Давай, что умеешь, там капитанский выбор. Я умею сделать пол. Давай, скользкий. Смотри, аккуратно. А можно на стойках элементы? Нет, подожди, там сделал. Все, для соревнований тоже. Да-да-да, делайте, конечно, оттачивайте, для соревнований оттачивайте все. Стойки, брусья полностью в вашем распоряжении. Димарик, поддерживай, ладно, помогай чуть-чуть. Сейчас просто базу проверяем, что как у них. Попробуй. Руслан, качай, молодец. Но только надо разгиб, да, было? Разгиб пободрее делать. Артем, поставь ему задачу Рустику, как ей сделать упражнения, подготовительные, например, подъему переворотом и единые элементы. Руслан, Артема, послушаешь внимательно, тебе несколько упражнений, задач поставят. Можно, может быть, там у нас клепочку, может быть, подъем переворотом. Выход на 3. Да. Рустик хотел выход на 3, да, выучить? Да. Хотел же, хотел, мне кажется. Точно, хотел он. Десять раз, да, или 20 раз. Вот такие вот поделаем несколько штучек. Потом мы сегодня порепетируем выход на 3. Реально сегодня получится, не переживай. Все хорошо? Умылся? Молодец. Все, сейчас к Ивану. Иван тебе тоже сейчас быстренько по основе делает. Пистолетик. Пистолетик отсюда крутанешь. Ну это как, это на одной ноге упор прокрут надо сделать. Один разочек крутанешь. Так. Молодец. Уголочек сделай. Стоп, не торопись. Уголочек из этого положения сможешь сделать? Вот ручками сейчас держись крепко за перекладину. Не-не-не, просто держись ручками за перекладину. И подними две ножки вверх. Две ножки вверх. Не-не-не. Ты его с панталыги. Приподнимись и ноги так держи. Сбил. Да. Все, держи. Ну и давай. Петр Владимирович, здорово живем. Че, братан, с днем рождения, счастья, любви, богатства. Сколько тебе уже? 35. 40 нет еще? 35. 40 нет? Так, красавчик. Сейчас, ты прям сразу убегаешь? Или сами кофейку хлебанем? Кофейку не хочу ли? Я сегодня стал чуть-чуть ближе к тому, где ты сложил. Прыгнул? Да. Молодец, а что за парняга? Инструктор? Это, да, я в тандеме. Ага, и как еще? Прикольно. Какая высота? Трешка. Эх, нормально. На крыле? Да. И что, как? Через раскрытие, через сколько было? Блин, мне показалось долго. Секунд, наверное, 10-15, наверное, точно мы летели. Ну, там прибор, все дела были. Да. Молодец. Он рукой вот открыл, в смысле. Ну, прибор, по идее, должен был. Да, на руке, вот он высота. Где-то на полторашке открыл, и потом мы это... И как? Кувыркались. Ну, первый раз еще не очень будет. Вот второй, третий вот будет веселее. Я первый раз ушами по лицу хлопал, ё-моё. Они все в шлемах летают, я без шлема. Очки дали, а уши просто вот прям вот так вот, как у слона. А это, а у нас всем этим выдавали. Старые такие, советские, войлочные такие. Они, ну, или вот вся кожа. А это... у тебя подготовка-то за один день подготовку прошел? Или сколько ты? Месяц я или два? Я вообще ничего не готовил. То есть бабосы отдал? Одел, сказали, все, давай, пожалуйста. Сколько это удовольствие стоило? Питэ. Да. Нормально. А как ты это? У нас где-то ты узнал? Как узнал вообще? Гагарина. Кто-то через своих узнавал? Мне Ксюша подарил. А, вообще классно. Она просто заказала, посмотрела. Но это как аттракцион. Ну а ты наблюдал укладку парашюта? Нет? Да, ты, да. Видел? Я видел этот тандем. Этот же инструктор с человеком прошел, пошел в ПДС-ку, сложил этот же парашют. Я так стоял, смотрел, где не буду смотреть. Петух, запиши, пожалуйста, парень, я кофейку быстро сбегу, куплю. Вышел на улице, я говорю, нет, не хочу смотреть, как он его выкладывает. Четверых этих запишешь, на температуру призовешь, я еще двух остальных. Чуть-чуть это... С одной стороны не раскрылся, я так смотрю, он серьезно голову брал. Ну, он ручкой. Но он потом подергал, распрямился, да? Да, ручкой им подергал. Это.
Как вообще этот мягкость приземления? Все четко? Как со ступенек спустился? Единственное, что мне вот говорю, мне не понравилось именно кувыркание в воздухе. Он же начал сразу выдавать. Не просто вот мы вышли и все. Ну да. А зачем он начал вращать? Просто попугать, да. Как шоу? Ну, лучше он бы вот парил. Вот крутанул. Он вот так меня крутанул просто. Вот когда открыл, все, я успокоился, я увидел землю, а то что-то просто земля-небо, в такой шар прям. Да, все. Да. Фу-фу-фу-фу. Услышал тишину? Что там очень тихо. Тихо, да. Мы с ним разговаривали, летели всю дорогу. Я говорю, вон, видишь, говорю, стоит тип в кустах, это, говорю, камера на скорость. Как? Я говорю, вот тут три ноги стоят. Вот, говорит, типа, негодяй. Я вчера там 100-150 ехал. Вот эти вот вращения все, оно например, оно при выходе с борта, это хорошо, там группировочка, когда ты же группировку делал, да, что он тебе сказал, как группироваться? А, ну, в смысле, я, получается, был вообще к нему жестко привязан поначалу. Я у него висел как запаска, грубо говоря, спереди. На животе, да, на пуле. Да, да. А он ростом выше тебя, ниже? Ниже. Ну я шел вот так, конечно. Вот так вот. А, вы пристегивались еще до захода? Не на борту? Не, наверху. А, наверху. Да, я с расслабленной системой туда пришел, и он уже все это подтянул, поправил и к себе пристегнул. И мы где-то полутора до трех, вот я лежал на нем, грубо говоря, пока он это, пока поднимались. Просто, допустим, если бы он сделал парение, вот именно если бы он раскрылся, и мы в самом начале парили перед открытием купола. Мы долго парили, все равно. Мы и вот так вот, и было, и кружки были, и такое падение, и влево-вправо разворачивались. И потом, когда вот он купол раскрыл, все, я встал на его ногах, он мне расслабил грудные лямки, я поправил ножные, чтобы сесть поудобнее. И все, и виражи. Инструктаж, он сколько проводился во времени? 5 минут. На земле? Да, просто, что делать, куда ноги, куда руки, слушай мои команды там и так далее. А тебя требовалось справ, каким тебя врать? Ничего не требовалось. То есть просто бабосики? Да. А что-нибудь подписывал там в случае? Нет, нет. По улетении в космос претензий не имею, нет? Нет. Так все просто, да, не сделать? Может быть, еще просто, знаешь почему? Потому что у нас на этой же базе сейчас проходят прыжки, ну, нашей организации. Еще поэтому. Сбор. И они знают, что я отношусь к ним. Поэтому. Понял. Так, ребятня, Петр Владимирович на температуру вызовет. В температурный журнал запишешь, ребят, двое подойдут новеньких. Ты поймешь, что они новенькие. Ребята, которые новенькие, когда Петр Владимирович вас позовет, подойдете, скажете фамилию, имя, отчество. А, фотожурнал в новый сможешь записать? О, не новый, а бесплатный. Это что? Там это Маркушок, Сосолетин. Гулиев Руслан Сахилович. Тут ниже надо тело опускать. Подойдите, померить температуру, и два новеньких скажете свой возраст, ладно? Слушай, температуру, потому что измею. Я возьму, не баловаться, я пойду попить возьму. Сахилович или Сохилович? Руслан, Сохилович. Да. Сохилович. Русик, если задание поставили, лучше сделай, чтобы быстрее мы сегодня научились. Подходим на температуру. На температуру подходим, чтобы быстрее. Руслан, сегодня выход на 3 нам надо делать. Реально надо сделать выход на 3. Вы люди взрослые. Молодец, да, доделаю. Молодец, молодец, хорошо. Сегодня много чего у вас получится. Самое главное, слушайте старших команды и не балуйтесь. Следующий, Руслан. Руслан, Дима, подходите на температуру. Потом вдвоем возьмешь друга, Тимура, да? Вдвоем подойдешь. Смотри, я аккуратно, я видел. Че аккуратно, я ничего не видел. Да. Померите вдвоем, ну ты сейчас магнезий намазался, сделай элементик, который хотел сделать, и подковите. Лишний раз тоже, парни, расскажите им про магнезию, чтобы они не стали потреблять. Я знаю, что такое магнезия. Ты знаешь?
знаешь, что такое магнезия? Это когда мозоли натираются, их надо помазать. Ошибочная твоя фамилия? Братан, ошибочная. Утепов. Вообще не Утепов. То, вообще не правильно. Это когда мозоль натирается, надо помазать мозоли. Чтобы не болеть. Чтобы не болеть. Йодом можно Тимур. Помазать уши. А или отчество? Нос. Зеленкой. Отчество Алмазович. Так, парни, не балуйтесь. А возраст твой?